О, даже больше, наверное, чем та. Больше, да? Да, больше. Друзья, всем привет! Ну что, у нас очередная рыбалка. Время у нас уже 8:30 вечера. Мы с бати выдвигаемся. Сегодня пятница. Будем рыбачить 2 дня. Поедем порыбачим, половить зубастой на джиг, на спиннинг, с лодки, как обычно. Наша любимая рыбалка. Будем ночевать на пляже. Наши товарищи Валентин и Рома уже там на месте. Они уже уехали-то в обед. Уже даже поймали рыбу, уже поймали трофейную рыбу. Хорошую зубастую. Фотографиями скинули, похвастались. Отдохнем ночью, поспим немного и с утра поедем на рыбалку. Обещает завтра дождь сильный. С утра до вечера, но все-таки решили поехать. Не дома же сидеть. Будет интересно. Оставайтесь на канале. Поля уже отцвели. Стали зеленые такие, даже желтоватые. Только один иван-чай цветет. Брошенные деревни везде вокруг. Одни пустыри. Все деревни, по-моему, убирали. Тут раньше все было деревня. Здесь, с левой стороны, наверху. Вон только 1-2 дома осталось. Старый. Один дом, тут жилой. А вот жилой, да, один дом, кстати, остался. Машина стоит. И вон старые дома, и вот видно, что пустыри вокруг. Тут все раньше, друзья, все были дома. Дома были. Приехали на место, сейчас качаем лодку. Время у нас уже 9:30. И двумя экипажами, я с батей, Валентин с Ромой, поедем на пляж, будем там делать базу, готовить, кушать. Ужин приготовим, палатку поставим. Валентин с Ромой сегодня отлично отловились, поймали и окуня, и изя, и трофейную щуку поймали за 4 килограмма с чем-то. Но сейчас пока быстро-быстро собираемся, снимать особо некогда. Надо быстренько успеть дойти до пляжа и там уже будем базироваться. Вот так вот мы порыбачили, буквально недолго. Да, щука хороша, по-моему. Ё-моё, вот это приходили. Нихрена. Вот такая дурочка попалась. Не на троллинг. Не на троллинг, да. За бросик. А эти 4200. Подъязки тоже на троллинг? Да. Смотри, сколько половили его. Буквально недолго. Это все вот на крынке, да, вот эти вот, заброс, ну и на троллинг. И на троллинг, да. Клевочка была такая, как зацепик такой, но, блин, тащил. Ах. Он говорит, завтра рыба. Отправимся. Рыба. Ну, друзья, это Рома. Всем привет. Первый раз, да. Валентина, все знают уже. Да. Это не знаю, кто тут ходит справа от меня. Что тут лазит какой-то мужик. Говори. С фонариком. Мужик? Мужик с фонариком. Чего? Чего? А что это вы тут делаете? Вот это. То, что я брал. Это мясо голубь. Ах, сейчас бы еще даже жарко будет, не? Сейчас мы решили просто спать не ложиться. Время уже почти, 3 часа уже. Сейчас пойдем и будем рыбачить, грубо говоря, там до 7-8 утра, пока не пойдет дождь. А днем уже будем отдыхать и отсыпаться, так как можно было лечь спать и поспать часиков до 7 утра, но потом будет дождь. Смысла никого не видим. У нас уже есть. Да. 4 сколько? 4200. 4200, у нас уже есть трофей. Да.
ниточки и... Готовим короб. А короб главное. Конечно. Все нормально. На уху поймаем. Начинаю... Андрей, хорош снимать, пошли рыбачить. Все, да пошли. Подожди, уже. Ты, блин. Давай, всю ночь, давай, всю ночь. Давай, давай. Все, давай. Всю ночь не снимал еще, подожди. Вон, ребята тоже просыпаются, потихонечку расшевеливаются. Вот такая, друзья, красота вокруг. Место классное. Много уже отсюда было видео у меня. Парни тоже готовятся. Готовят поводки, шнуры. Да-да-да-да-да. На полкило окуня. Да. Во. Да. Это будет тема. Сейчас они поедут туда в ручей, поставят ту рыбу, бачок с рыбой. Там пошло прохладно, в кустах, в траве, родник. Рыба долго не портится, мы ее подсолили. Это будем искать точку, ямку эту, и будем вставать на нее уже. Должна, по идее, ямка быть где-то глубина 4 метра. Вот, на, держи, 24 грамма, вот эту вот стрекозябру, разноцветную. Я попробую на синенькую. Опа, блин, груз, наверное, маленький, скорее всего. Течение сильное. Надо 24 грамма ставить. Друзья, сначала покрупнее приманочку. Что, давайте в прошлом году здесь щук хороших ловили, попадались. Мужки, а. Смотри, он поливает, смотри. Угу. Да, не, утром будет дождь по-любому. 100%. Хоть что-то поймать будут дождя, да? Ну. Побаловаться, да? Почувствовать. Что, да. Крутой, нет? Ага, что упало. О. Все. На, щучка небольшая.
отпускай. Такого штурка. Батя обрубился, а? Смотри-ка. Удар был, да? Да. Все, друзья, точку обрубачили, поймали одну щучку небольшую. Сейчас дальше пойдем. Поклевывает? Я приготовься, скажу, когда тебе. Да, давай. Что, друзья, вон мужики вроде ловят мелочевку небольшую. Маслают, все маслают по тому месту. Да? Ну где? Тут только упал, дух сразу такой. Зацеп. Зацеп, 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 зацеп. Опа-на. Хочется уже почувствовать такой хороший ударчик, блин. Друзья, какая-то поклевка, щука небольшая, шнурочек. Эй, блин, такой шнурок, а? Ну ладно. Так, аккуратненько его. Давай. Ну ладно, поклевку почувствовали. Сход. Ё-моё. Сейчас глянем, что там у неё. А, всё, понял. Сейчас шёл и толще плетня не берёт. А, слушай, видно, этот воблер не даёт, видно, да? Плетня толстая играть хорошо. Как ну, вечером, так же. А ты его отвёз в палатку спать? Отвез Рому, да? Это, кстати, классный воблер. Ромка взял. И летит, да, смотри. Ну, отлично, да. А. И струю держит нормально. Ха-ха-ха.
спит. Спит, да? Ну. Рома, Рома тоже пошел в палатку спать. Валентин у нас один теперь остался. Вот, сейчас, друзья, надо порыбачить, потому что вот такая туча идет. Краем-краем все-таки, но не дай бог она зацепит и, конечно, будет не очень. Потоньше плетню, потоньше поводочек и... Полетела. Ну, друзья, видите, какой-то фронт идет дождливый, он прям видно. У нас по прогнозу в 7-8 утра этот дождь. Он видно, какая граница. Он там уже поливает вовсю, очень сильный дождь. Буквально-то, не знаю, километров 5 отсюда. Еще пару забросов и пойдем дальше. А вон куда-то подтащил кого-то. Ну-ка, поехали, подъедем, пап. Ну-ка, доставай. Доставай, 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 доставай. Поднял? Даже больше, наверное, чем та. Больше, да? Да, больше. Стопудово, блин. Вот это крокодил. Хороша. Ну, это больше. Больше, больше, блин. Тише, 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 тише. Это хорошая щука. Ты, конечно, тяжелый. Поздравляю. Вода? Поздравляю. Это трофей. В одного, да? В одного трофей. О, 5500 было, видел. Ну-ка, поверни. 5700. Пять шестьсот. Нормально. Ещё дать нормально. Ты два трофея за два дня, блин. Вчера вечером было 4200, да? 4300. Да. Нормалек. Что, друзья, встали на точку. Такой вот бугор двухметровый и с переходом на 4 метра. Попробуем немножко покидать, конечно. Сами, друзья, все видели. Валентин поймал у нас трофей. Трофей. Настоящий трофей. Щука 5600. Просто, конечно, Валентина поздравляем.
Только, друзья, сказал, окунь не берет. И вот вам, пожалуйста, окунямбик. Ну-ка, дай-ка. Вот удар был. Ну вот такой трофей у сегодня Валентина, второй, причем 5600, щука. Это, конечно, зачет просто. Чистануть и просолить ее. И туда, да, бачок. Сейчас батя спиральку зажгет. Комарика потравим. Идет сильный дождь, просто прям поливает, а? Ух, ладно. Друзья, всем добрый вечер. Только с батей буквально проснулись. Валентин тоже буквально с Ромой недавно проснулись, уже улетели на рыбалку. Время у нас 6 часов вечера. Фу, днем уже, наверное, часов в 2, наверное, уже стало совсем так тяжко, что спать хотелось страшно. И с батей мы поехали, поспали. Потом у нас Валентин с Ромой тоже приехали, поспали. Погода распогодилась. Вышло солнце, потеплело. Ладно, сейчас часика два рыбалки и обратно. Настроение классно, но вот по джигу, конечно, рыбы не берет. На резину практически. На троллинг еще более-менее как-то еще там берет. У ребят на воблер, а по джигу нет. Как настрой-то? Боевой? Погода, погода. Да, Юрич, ты сегодня толкаешь у нас.
какой-то кусок, что ли, блядь. Да. Кунямба. Ох! Вот, друзья, попался кушок, а. Ладно. Ну-ка, дай-ка. Опа. Пробуем с батей троллинговать. Вот буквально вот острова, да, и тут глубина у нас 5 метров. Место отличное, вот такие вот есть бровочки, да, вот видно прям вот. Что попало? О, сошел. Акушамбик. На джиг вообще ноль полный, мы там все корячек весь обросали. Отпусти бедолагу. Да, на крэнке берет, да. Сейчас еще немножко спустимся. Да, на джик вообще не клевало. Смотрю, удивляет. А? Удивляет. На колебалку вот ты попал. На колебалку. А, вот вес. Ну, да, вот вес на колебалку. Да. Ну, когда, где, есть же колебалка? Колебалка, ну, точно. Ну, когда-ка я. Ты даже не потёк, да? Я не понял, блядь. Оп ты, блядь, промазываешь. Ну давай. Все, в домике. О, хорошая птичка. Давай, убирай, или грибем. Самое главное пожаловаться. А говорит, рыбы нет. Самое главное пожаловаться. На маленький шторлинг. Рыба, да. Слушай, ну такая, да, за килограмм, наверное, даже, наверное. Кило 100. Ну, да, там, кило 100, кило 200. Да. Не, на кило 300 где-то так. Ну, кило 200. Ну, нормально. Да, а, мешок-то да, но ее отцепить надо, это, посвети же. Ну вот, мы дома. Ну что, друзья, вот такая у нас сегодня получилась рыбалка. Время уже 8 вечера. Блин, почему-то на резину не берет. Странно, конечно. Странно. Первый раз он здесь такой, на этом месте, чтобы на джиг не брало. Вот, на маленькие такие вот крэнки, небольшие буквально вот.
У меня буквально такой, только один такой воблерочек есть, и все. Вот. Ну и здесь костерочек прям сделаем. Тут недалеко, около палатки. Погода классная, распогодилась, солнце. Дровишки, дровишки, дровишки. Опа. Добрый вечер. Здравствуйте. Как ваши дела? У нас все отлично. Великолепно. Ой, под... Клей. 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 Клей.